Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я всех приветствую в этом ролике. Я буду крутить рулетку на 5000 рублей. Это именно новая бриллиантовая рулеточка, которую добавили в новом обновлении, которое вышло совсем недавно. Посмотрим на новые призы, что-то можно выиграть, какой-то можно получить окуп. Да и в принципе посмотрите, как это все выглядит. Бриллиантовая рулетка такая, знаете, мажорская темочка, потому что прокрут стоит 100 рублей. И там можно реально неплохо окупиться. Прям очень даже хорошо. Поэтому, ребятки, я надеюсь максимально на ваш активчик. Давайте, если вы наберете на этом ролике 200 лайков, я запишу видео, как я буду крутить рулетку на 10 тысяч доната. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. За него вы получите 450 тысяч. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я вам его пожелаю только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, ролик реально будет интересный, то есть новая рулеточка, новые возможности, новый контент, поэтому реально, ребятки, покажите хорошую активность, всех обнял, приподнял, приятного просмотра, полетели. Ну что ж, ребята, как вы поняли, в этом ролике я буду крутить новую бриллиантовую рулетку на проекте Amazing RP. Это такая новая рулетка, в которую добавили очень крутые призы. Это стробоскопы, разные автомобили, редкие скины, оружие там и так далее. То есть это реально самая такая топовая рулетка на данный момент. То есть есть бесплатная рулетка, вот можете ее посмотреть. Здесь такие призы, знаете, незначительные, то есть там рецензии, там ну такое себе, короче. Есть золотая рулетка. Это тоже такой, знаете, среднячок. То есть здесь реально может выпасть там аудиосистема, разные автомобили там и так далее. А бриллиантовая рулетка — это новая, которую добавили в этом обновлении. И здесь уже реально стробоскопы, разные скины на оружие, эксклюзивные аксессуары, эксклюзивные скины. То есть здесь много чего интересного. Я ее буду крутить в первый раз. То есть стоит это 99 амазингов. То есть 100 рублей стоит одна прокрутка, пацаны. У меня есть 5000 амазингов. То есть у нас есть 50 попыток, чтобы что-то выбить. Да и в целом посмотреть, что можно выиграть. И есть вообще шанс выиграть что-то нормальное. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Если вы реально наберете в течение там недели, я запишу видео про эту рулетку на 10 тысяч рублей. Ну что, ребята, давайте пробовать. Я честно даже боюсь представить, что мне может выпасть. То есть здесь реально очень интересные такие автомобили, разные аксессуары. То есть это реально новый такой уровень. Мало кто записывал ролики про рулетку, потому что она вышла буквально сегодня. Но я заметил, что здесь есть, получается, новый S-класс, есть X7, Mercedes GTR, Magnum, то есть здесь тачки все заряженные. Также есть вот, получается, аксессуары, которые с анимацией, и есть еще Рубикон. Но выпало минус 6 розыска. Конечно, не густо, ну ладно, пацаны. Ладно, это пока что начало, разогрев. Я знаю то, что уже много кто крутил, много там стробоскопы, кто выбивал там и так далее. Самое ценное здесь, скорее всего, это стробоскопы, я думаю, потому что они реально очень дорогие. Опа, мне Рубикон выпал, пацаны. Это у нас новый автомобиль из нового обновления. То есть нам уже выпал один интересный автомобиль. Меня это не может не радовать, потому что я этих автомобилей в принципе не видел. Я их нигде не видел, поэтому мы зайдем, прокатимся, посмотрим, может быть, реакцию людей. Блядь, ну конечно, 100 рублей, пацаны, это уже не шутки. Это уже, знаете, такие уже пацанчики заряженные, чисто там донатили, как Америкос там. Дорого, но есть шанс выбить реально очень крутые призы и реально очень хорошо заработать за счет этого. То есть капусту здесь можно реально хорошо поднять. Так, обратно минус 6 розыска, ну кое себе, ладно. Давайте, может быть, быстро попробуем покрутить, а то у нас доната много.
Ладно, давайте я включу обратно анимацию. Мы уже быстро так покрутили, просто хочется немножко, знаете, удовольствие растянуть. Тем более, мне почему-то, когда я быстро открываю, мне прям такого ничего крутого не выпало. Ну, денег, кстати, намного выпало, но такое себе на самом деле. Хочется реально выбить стробоскоп. Это было бы реально максимально просто круто. Это была бы имба. Что тут еще такое есть интересное? Мне вот эти понравились аксессуары, типа вот эти, знаете, которые двигаются. Вот это реально круто. Еще там есть наушники, которые светятся, очки, которые светятся. То есть там много чего интересного. Не, ну Рубикон это уже, пацаны, ебать, нихуя себе, потому что я их, честно, не видел. Как бы первый день обновы, я сразу кручу рулетку. Хотелось бы вот эти, знаете, статуэточки выбить там всякие. Просто хочу вам максимально больше показать призов из рулетки, чтобы вы как бы понимали. Ой-ой-ой-ой, давай, пожалуйста, ну что-то классное, по-братски, блядь. Ну, 5000, бать, ну должно что-то выпасть нормально. Бля, почти М4 бы выпало. Еще сюда Супру добавили. Ну, много здесь реально тачек, как бы. Есть и дорогие, есть и недорогие. Но призы реально интересные. Я думаю, на них будет первое время бешеный спрос. Особенно на эти новые автомобили. На Рубикон тот же самый, там, и так далее. Да, пацаны, нихера мне толком по факту не выпало, блядь. 5000 просто улетело как-то очень быстро. Буквально за 10 минут, пацаны. Даже, наверное, меньше, потому что я пиздел еще дохуя. Я потратил 5000 рублей доната. Ну что ж, ребятки, я в первую очередь предлагаю забрать автомобиль, потому что, блядь, он пиздатый, наверное, мне кажется. Сейчас, короче, посмотрим транспорт и давайте заберем джип Гладиатор. Нажимаем забрать, у вас уже есть транспорт, блядь, мне надо, походу, квартиру покупать. Я быстренько квартирку оформим, чтобы я мог этот джип забрать, потому что я очень хочу вам его показать. Потому что таких автомобилей, повторюсь, на данный момент я не видел. Ух, ебать, по 300 тысяч все, ебаный рот. Так, у меня тут, конечно, много тачек выпало, но меня интересует именно вот этот Гладиатор. Так, ебать, аппарат нахуй, ебать, он здоровенный нахуй вообще. Ха-ха, ебать, здоровая хуйня, блядь. Ебануться, да? Так, давайте посмотрим. А, 5 лямов воска, короче, улучшение двигателя. Ну, короче, блядь. Так, давайте проверим максималку ее. Протестируем, ебать, так сказать. И ну это, ебать, кочерга такая здоровая, пиздец просто. Так, давайте его перекрасим, эту малыху. Вот это, ебать, ракета, нахуй. Как он видом ебет просто. Максималка, короче, 185. Ну, максималка, конечно, такое, блядь. Вообще, похуй на мою машину, на самом деле. Вообще, похую просто, блядь. Подумаешь, Рубикон стоит, ебать. Я думал, какая-то реакция будет. У меня вообще никто ничего не спрашивает, короче. Сейчас будем в помойку выкидывать. У меня, блядь, места нету, чтобы положить, как бы, ну, забрать, точнее, всякие вот эти маски и так далее. Ну что ж, ребятки, давайте начнем именно со скина для девушек, мне кажется. Ну, для девочек, которые играют на проекте. Для них это прям будет импа. Знаете, такая королева, ебать. Нихуя себе. Ну, реально, скин очень классно проработан. То есть у нее такой плащ есть, корона. Ну, для девчонок реально прям очень классно сделано. Ну, вместе, конечно, да, это выглядит немножко хреново, но... В целом, как бы, аксессуары реально интересные. То есть, давайте маски вот так посмотрим. То есть, вот такая вот маска имеется. Потом еще есть вот такая вот маска. Конечно, рыжие как-то не криво стоят. Ну, ладно, не будем на это обращать внимание. Потом есть еще такая вот маска. То есть, тоже такая прикольненькая. Ну, и есть еще вот такая вот масочка. В принципе, вроде бы все я вам показал. А, вот еще такая вот маска есть. Тоже давайте ее оденем. То есть, масок на самом деле прям очень просто много. Ну что ж, ребята, на этом буду заканчивать. Всем просто огромное спасибо за просмотр. Я вам напоминаю, то, что если вы на этом ролике наберете 200 лайков, то я запишу уже следующий ролик, также про рулетку, где буду крутить не на 5000, а на 10000. Поэтому все, в принципе, зависит от вашей активности. Я надеюсь, то, что у вас получится набрать лайки, потому что темка довольно-таки интересная и прикольная. Возможно, в следующий раз нам все-таки повезет, и мы выбьем стробоскопы и поставим его на какой-то автомобиль. Все полезные ссылочки есть в описании. Под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а я на этом буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.